Куда мы едем? На север. Есть суши! Суши бамбуши. Льет дождина. Пришли в местные суши. Купили ужин ценой $60 за $25 в интернете по мега скидке. Вот теперь нас заказывали всего на $60 и думаем, как все это съедим. Мисо-суп уже съели, да. Сейчас нам принесли краба. Салатик уже съели, сейчас это какой-то аппетайзер краба принесли. Вот. Сейчас еще огромную тарелку суши красных принесут и потом еще разную морепродукты в кляре. Угу. Если все не съедим, то остатки заберем домой. Сейчас поснимаем вокруг. Кафе как кафе, ничего особо японского, кроме официанта, нет. Соус такой же кикаман, как у нас в Омске. Ну-ка покажи нам его. Лампочки из Икеи. Да, совершенно такой же кикаман. Ну давай. Надеюсь, он там без диспансера внутри. Интересно. Так, так, так. О, там что-то еще же... Снимай, снимай. Alright. Thank you. Так, а это что? Морепродукты в кляре. Разные рыба сурими, которая называется крабовыми палочками, видимо. Креветки. Вот это кусок баклажана в кляре. Вот и пачка риса. А это что такое? Ну, это тоже какой-то соус. Вот тут же принесли нам последнее блюдо. Едва уместилось на столе. Мы здесь остаемся жить. На ближайшие полчаса точно, пока все это не осилим. Ну нормально, вкусно. Так же как в омских зебрах, не хуже, не лучше. Единственное, что нам больше понравилось, то что нам принесли моментально. Это да, в течение минут 5 вообще все принесли, все блюда. Да, причем все вкусное, свежее. Там вот если посмотреть, за Сашей немножко раз. Там их много китаёзинок, и они... Япошинок, и они там что-то лепят. Сейчас смелости наберусь и пойду посмотрю, как они это делают. А здесь делают суши. Вот там это очень вкусно. Дяденька очищает рыбку. Разворачивает там что-то готовое.
рыба накладывается, всякая разная. Отрезал баклажан. А, нет, это не баклажан, это авокадо. Так, нарезает авокадо, очищает его, нарезает. У этого тут получается очень даже ничего. И еще раз это придавливает. Тот тоже, значит, что-то летит. И все очень красиво.